Всем привет, вечер, и я возле своей машинки опять. Очень долго думал, что мне делать с этой дичью, короче. Полировка, понятно, ничего не дала. Вот, все равно видно это пятно, переход. И тут переход. Но у меня осталось немного краски и лака. Я, короче, сейчас все это сниму. Вот это сниму, обезжирю. И возьму сверху так дуну, чтобы не было переходика. Ну, попробую, по крайней мере. Попробую сотворить еще какую-нибудь дичь. Потом дело еще дойдет и до капота. Ладно, помчали издеваться над лядой. Сегодня будет такая лайтовая покрасочка. Снял вот эту штуку. Зашкурил сейчас. Хочу тут остатком краски, остатком пигмента чуть-чуть загладить эту красоту, которую я нафигачил. Но вот моя тупость большая, это то, что я вот это начал обклеивать. Вот эти вот, выводить эти полоски, клеить. Надо было сразу на нет сводить, как я делал со стойкой. Вернее, не со стойкой, а с дверью. Там нормально получилось, там нет никакого перехода, все красиво. Ладно, сейчас обезжирю, попробую что-то сделать с этим безобразием. Так, этот закончился. Ну, хватило убрать этот переход. Сейчас сверху лачком еще дуну. Должно будет все нормально. Пусть подсохнет чуть-чуть. В общем, исправляю свои косяки. Наделал я делов с этой покраской и полировкой. Ну, полировку, кто не смотрел, посмотрите там. Тоже такое. Полировка — это не совсем мое, но... Отрицательный результат тоже результат. На своих ошибках, конечно, учиться очень легко. Надеюсь, получится все замечательно. Вроде так ничего, переход должен получиться. Хотя, ну, цвет оно хоть попало, то просто сверху затерто, я туда не дул. Сейчас попробую сверху лаком еще фигануть, и должно будет нормально быть. А полировать, в принципе, если цвет один и тот же, полировать, в принципе, классно. Вот полирует. Я круги купил. Полировать, в принципе, можно. Но только надо не дрель покупать, надо купить полировочную машинку, потому что, блин, дрелью это такое себе занятие полировать. В общем, исправляем свои косяки по чуть-чуть. Будет хоть сзади красиво. Потом надо будет докупить краски и тоже такие переходы поделать на капоте. Ну, чтобы оно хоть не квадратами там было, а хоть сходило на нет так потихоньку. Ладно, подождем чуть-чуть и будем лаком запшикивать. Так, подсохло, буду пробовать лак нанести на эти все косяки мои. Ну что я вам скажу, красота. Тут, конечно, но оно практически не видно, потому что я так
мало, сейчас лак высохнет. Тут вообще не видно ничего. Огонь. Вот это уже сверху полирнуть, когда высохнет, и будет вообще красота. Как я рад. Как я рад, что мне хватило красочки на это. На капот осталось заказать. В общем, вот такое исправление косяка на ляде получилось. Вполне себе. Теперь этих выступов дурацких переходов не будет. Вот сюда наклею X5. И вообще, машина огонь будет. В общем, вот такой у меня фикс. Такое исправление было лакокрасочного покрытия, которое я сам набокопорил, да. Красить, конечно, надо учиться, но учусь потихоньку. Ладно, всем спасибо, что смотрели это видео. Всем пока.